Всем здравствуйте! У нас второе видео с обзором садов 2022 года. И сезон у нас весна, раннее лето. И мы стоим в очереди для того, чтобы посмотреть цветение сакур, а также магнолий, камелий и другой красоты. Кстати, в этом саду, мало того, что мы посещаем его практически каждый сезон, но и в месяце апреля мы здесь побывали дважды. Первый раз была прекрасная теплая погода, второй раз была холодная. И этот холод у нас продлился до середины июня, а потом началась опять жара. Цветущие сакуры – это просто волшебно. Поэтому люди так и стояли в очереди, чтобы насладиться этой красотой. Этот ботанический сад просто неиссякаемый источник идей. И потому что его размер, и потому что талантливые и трудолюбивые садовники и дизайнеры. Вообще, что такое рай на земле? Это цветущие сады, покой в душе и плюс хорошая погода. И вот на этот раз мы все это имели, поэтому прогулка получилась замечательная. А вот следующее посещение через 2 недели, что называется, почувствуй разницу, но все равно очень красиво. Стало еще холоднее и ветренней,
Ну, а мы с вами приехали в Полестен-Лессей и наслаждаемся садами этого имения, которое принадлежит национальному трасту. Своими прекрасными садами. Вистерии, которой больше 100 лет, огромной коллекции роз. Здесь даже есть роза, которая была посвящена последней владелице этого имения Маргарет Гревиль. Прекрасные бордеры и великолепные тисовые зеленые изгороди. Кстати, один из садовников, всего их 4, занимается только стрижкой этих тисовых изгородей. И когда он заканчивает в одном конце, в другом конце уже пора начинать заново. Помимо прекрасных садов, здесь еще великолепная парковая зона. И виды, которые открываются с террас, просто великолепны. И хотя, прямо скажем, погодка была так себе в мае, но у англичан нет плохой погоды, у них бывает просто неправильная одежда. Поэтому так много народа, все наслаждаются и радуются жизни и выходному дню. Это было воскресенье.
monastery is just stunning. It's a very, very big house. Но все познается в сравнении. Если 14-15 градусов было холодно, то когда я прилетела в Лепую в конце мая, там было 11-12. Но если повезет, выглянет солнышко, тогда температура может подняться. И вот такой симпатичный палисадник я увидела перед домом священника в военном городке. И, конечно, я не могла его не запечатлеть, потому что здесь все. И труд прихожан, и любовь к садоводству, и использование прекрасных материалов, которые вокруг. Ну и просто это очень красиво. Маленький, но практически совершенный садик. Ну а когда я вернулась домой, в Англию, в самом конце мая, меня уже ждал первый урожай. И это было очень приятно. И цветов было в саду очень много, сад выглядел немножко неухоженно, все-таки 2 недели без хозяйки, но тем не менее очень красиво. Thank you.
Ну а в середине июня мы поехали в Мотисфунд. Это сад, где самая большая в мире коллекция античных роз. Я думаю, что практически все видели это видео и все его запомнили. Поэтому просто полюбуемся самыми такими примечательными местами в этом саду. В середине июня у нас уже потеплело, причем так очень основательно. Температура стала подбираться к 25-28 градусам. Мы все наслаждались этой погодой, еще не подозревая, что скоро мы этому будем уже не рады, потому что впереди было 7 недель без дождя и температура по 30 градусов. What do you think about it? Strong rose. Мужчины, как всегда, немногословны. Но с другой стороны, очень часто за это мы их и любим. Ушедший 2022 год был, конечно, очень тяжелым. И очень хочется, чтобы
следующий год был лучше. Но были и хорошие вещи. Мы с вами классно погуляли и по английским садам, и по другим садам в других странах. И, конечно, будут еще другие сезоны наших обзоров. Наверное, самые интересные – это лето и осень. Ну, а на сегодня нам нужно прощаться. И, конечно, не забываем оставлять комментарии и ставить свои лайки. А если вы еще не подписались, то подписывайтесь. И гуляйте с нами, поглощайте идеи для садоводства и просто любуйтесь красотой. Всем пока-пока, хорошего наступившего Нового года!